Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим важные события октября. Важные события или важное событие. Как будут говорить карты? Беру оракул Ленорман, лилово-вишневые сумерки. Выложим 5 карт. Это будут основные карты. Важное событие октября. Это будут основные карты, которые будем рассматривать. Смотрите, карта Аист. Кого-то ждет поездка. Семья, да? Все самое такое... Все, что связано с домом. Давайте посмотрим, что же связано с домом. Книга. Женщина. Знаете, вот здесь говорится о том, что здесь вам нужно получать какие-то знания для движения вперед. Вам не хватает каких-то знаний. Вы знаете, словно как вот прям вот показывает, отправиться за знаниями. Кому-то какие-то курсы дополнительные пройти. Кому-то просто чему-то учиться, возможно, самой. Ну, так вот сегодня показывает карта. Это очень важно для кого-то вот именно в октябре что-то изменить в своей жизни. Знаете, может быть, здесь женщина, как-то может быть, женщина, друг вам поможет в чем-то. Но здесь словно начнут тучи ваши рассеиваться. Все, видите, здесь уже поле, вот они, облака, а тучи уходят. Знаете, возможно, вам не хватает, вот какая-то есть проблема в семье, да, я не буду ее рассматривать, у каждого на канале людей много. Есть проблемы в семье. Вот чтобы эти тучи, вот эти вот проблемы рассеялись, вам, возможно, нужно обратиться к знающему человеку, к женщине. К женщине, ну, не знаю, может быть, у кого-то, у каждого есть, да, этот человек. В населенном пункте кто-то, может, живет. Как знающий человек. Ну, действительно, знаете, такой вот надежный, верный человек. Видите, да, на дне колоды карты сердца. Ну, смотрите, здесь кому-то нужно либо учиться, у кого-то... Ну, для меня больше видится здесь, у кого-то здесь проблемы именно в семье, в семейной жизни. Вот что-то касаемо любовных отношений. Здесь нужно обратиться... И решить эту проблему. Действительно, рассеются вот эти тучи над вашей головой. Давайте возьму совет. Это какое-то действительно какое-то важное решение, важное событие. То есть здесь аист, это карта движения. То есть здесь не надо сидеть сложа руки и надеяться, что эти тучи, они разойдутся сами по себе. Вот единственное, что могу вам сказать. Это, наверное, для кого-то важно в октябре докопаться вот до какой-то сути вот этих своих сердечных дел. Касаемо семьи, касаемо любви, касаемо отношений. Чтобы прояснить, понимаете, выяснить какую-то ситуацию. Возможно, вот собака здесь идет как мужчина, да? Верный здесь друг, семейный человек по аисту. То есть это, возможно, супруг. Давайте возьмем совет для вас. Вот это важно в октябре сделать кому-то. Мудрость. Вы чувствуете намного больше, чем разрешаете себе признать. Позвольте эти чувства стать вашим проводником. Ну, вот знаете, интуиция здесь, вот мудрость. Чувствуйте, вот то, что чувствуете, делайте. Не, как бы не закрывайте это в себе. Вы чувствуете намного больше, чем разрешаете себе признать. Позвольте эти чувствам стать вашим проводником, своей интуицией. Даже, знаете, вот здесь как, может быть, идет действительно ваше знание.
помогут разобраться в этой сложной семейной ситуации, и эти тучи, вот они начнут уходить. Мудрость проявить. Вашу интуицию послушать, что вам, да, подсказывает сердце. Вот она, карта сердца, здесь она лежит, я так ее не убираю. Защита. Тревоги ушли в прошлое, угрозы остались позади. Вы под защитой. Здесь говорится вам, что у вас защита сильная. Природа. Доверьтесь своей сущности, своим инстинктам. Знаете, вот здесь больше все-таки говорится даже не об обращении к кому-либо, а все-таки, как бы, знаете, как вглубь себя, как бы вот прямо вот чувствуете что-то. Значит, это вот действительно вам подсказывает ваша защита, ваши ангелы. Так надо поступить, так надо сделать, чтобы убрать какие-то вот, убрать тучи, да? Кому-то применить действительно свои знания для того, чтобы убрать какой-то вот, ну, возможно, кризис в отношениях. Вот, возможно, третье лицо там появилось. Ну, докопаться до истины. И действительно, вот это все плохое, оно будет уходить. Ну вот, слушайте, такое вот вам сегодня. Советы вам и такой вот расклад. Но мне кажется, для многих он довольно-таки информативный будет. Всего 5 карт. А, знаете, вот, ну, кто-то не делает. Я не делаю вот в основном расклады на отношения. Вот они вылезают. Отношения практически у меня в каждом раскладе вылезает. И любовь, и отношения. Только, понимаете, они ведь в основном. В основном все это как бы проблемная, да, ситуация. Вот здесь вот тоже какая-то проблема есть в семье. Либо обратиться, применить свои знания, но не сидеть на месте, убирать эти тучи. Давайте еще возьму здесь. Ну, мне 5 карт здесь достаточно. Движение, аист в семье с любимым человеком. Надо разрешить какую-то ситуацию. Вот карта змея на дне колоды перемешала. Кто-то третий, может быть, есть. А вот она, видите, карта крысы. Здесь еще карта змея. Вот они, тучи. Докопайтесь, кто эти люди, которые внесли в вашу жизнь. Вот, вот они, сколько разговоров, сколько сплетен. Сколько злости, сколько зависти, сколько ненависти здесь, могу сказать так. Ох, здесь я... Ну вот не хотела это доставать, но я знаю, что вот, вот, за этим вот обязательно всегда что-то стоит. Вот если тучи разойдутся, ну знаете, благодаря чьим-то знаниям, своим знаниям, то эти тучи, вы вот этот вот клубок, да, там еще и змея, вы вот этот вот... Карта нехорошая в плане энергетики своей. Не то, что здесь как бы, да, все трагично. Нет, а сама энергетика здесь очень плохая. Крысы, ворох сплетен, ворох этих мятых бумаг. Известие, злоба, понимаете, зависть, злоба. Кто-то, может быть, здесь зарится на вашего любимого человека. И здесь, понимаете, здесь могут вам столько пакостить, что мало не покажется. Здесь кому-то, может быть, надо и снимать что-то с этих отношений, со своего любимого человека. Но здесь надо разбираться, здесь расклады. Расклад все-таки общий. Вот оно, почему есть тучи, почему есть. Они рассеются. Я знаю, что точно вы примените либо чьи-то знания, либо свои, и вы разберетесь в этой ситуации. Вот это важное событие октября. Разберитесь в своих чувствах, в своих отношениях. Поймите, кто эти люди, что они вам делают конкретно. Делают ли. А может, это просто злоба и зависть, но она тоже очень сильно отражается. Ну, вот сейчас полезу опять глубоко.
Сейчас возьму оракул полнолуния. Посмотрю, есть ли здесь магия. Может быть, магия при таких картах. Но так, при такой злости люди на все способны. Так. Видите, как аиста, видите, как вот как смерть, как не хотят вашего благополучия. Алчные люди, какие-то вот люди, жадные до чужого, завидующие. Я же говорю, здесь вот она, злость, зависть. И карта маски. Вот они прячутся, вот эти алчные, они прячутся под масками. Возможно, вам улыбаются эти люди. Вот видите, это все будет бесполезно, вы освободитесь. Вот о чем здесь эти же карты. Вот здесь вот два аиста выпало из разных колод. Здесь 108 карт. Вы от этих людей освободитесь. Вот вам что нужно. Освободить себя, своего близкого человека. Вот из этих сетей. Идти к исполнению своих желаний. Вот она, карта метла, карта очищения. Вот такой был расклад сегодня. Внимательно посмотрите на свое окружение. Даже если вам кто-то улыбается, вы живете и думаете, что там родственники, родня, все всегда хорошие. Нет, очень много коварных людей будут улыбаться и будут делать за вашей спиной какие-то вещи. Вот такой был расклад. Свобода. Самое главное – это вот это освобождение. Всего вам доброго. До следующих видео. Никогда не опускайте руки, по аисту двигайтесь. И вот эти все их деяния, все вот эти жадности, все эти люди, у вас ждет свобода. И тучи, вот они, почему они рассеиваются. Всего вам доброго. До следующих видео.